тут давай. Переедь туда, встань там. Переедь туда и там встань. Быстро-быстро вставай, чайку надо пока поймать. Сейчас пока я в камеры подготовлю, чайку надо тут подержать. Все, добежала. Сейчас, чайка, минут 10 подождешь. Вчера вот в тот лес зашел, позавчера был в этом лесу. Сейчас ты еще круг сделай, посмотри выход, или я сделаю. Ну тогда иди, я сейчас это камеру тебе. А, ну на, подержи, я сейчас тебе камеру. Блин, у тебя шапка такая, как я тебе камеру одену? У меня есть другая. Есть другая? Сейчас я тебе. Ну на, переодевай. Сейчас, чайка, зайчика погоняем. Я же тебе обещал вчера, что сегодня на зайчика пойдем. Снимает? Не вижу, да. Выхода нету.
Ну вот, позавчера снегопад, он оттуда вышел, выходной след со снегом, зашел вот в эти обратно. Вчера свежий след сюда, потом по дороге он сюда-сюда побегал и прыжок в эту сторону. Я на ходу так увидел, я не знаю, я не видел прыжки обратно на ту сторону. Ну что, сейчас чайку пускаем, она разберется. Одному стопудово надо стоять между двумя лесочками, а второму вот сюда. Вот сюда на выход, ну на угол, он может вот сюда перескочить, в эти леса. Ну, я поеду сюда. Ну все, на, я. Иди за дедушкой. Чайку, чай, ружье приготовь. Ну я сейчас поеду. Там потом. Все, иди за дедушкой, иди. Все, иди. Все, я снял веревку, иди. Иди за дедом. Блин, иди за дедом, иди, иди. Чайка, иди туда, к нему. Чайка, туда, 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 давай, за ним. Так, ладно, я туда вот сейчас стану. Ветер сильный, не слышно, работает собака или не работает. У меня же локатор есть, ё-моё, ребята. Что-то я совсем забыл уже, 15 минут стою. Собака ищет. Вот в этом углу, он сейчас туда может выйти. Thank you.
Не, ребята, собака обратно возвращается. Вот там сейчас побегала, минут 5 понюхала и обратно идет. Она думает, что тут свежее. Чутяка, где зайчик, где? Куда, где он лежит так крепко? Уже ходить, орать надо, чтобы он сдвинулся. Заяц, а ну-ка, выходи! Чем проще думаешь, зайчик, тем его дольше искать. Вот тут где-то мог выйти. И могли мы не заметить. Это у нас будет неподъемный зайчик. Первый раз такое вижу. Чтобы, если он здесь, он реально красавчик. Весь лес вдоль и поперек исходили и кричали, а ему пофиг. Он даже не двинулся. Но если он вышел раньше, то это тогда да. Это тогда мы обалдуем, не можем выход найти. Не-не, вон она. Она уже туда сбегала, за поле. Там понюхала. Вон она каждую дырку уже нюхает. Вон там вот в углу-то сильно натоптано. Вообще, там даже под одной елочкой как будто и лёжка. Но это я потом подумал, это накапало. Вот теперь. Видишь, каждый след уже нюхает. Она уже больше на нас. Давай, чайля, вставай. Я говорю, дальше там яму. Там как раз где угол, он туда и там и лежит, пускай на нас посмотрит. Веревку подобрал? Ну это вот вчерашний входной след. Вот он по буранке туда-сюда и заскочил сюда. Тут сейчас все натоптано, вот этот угол. Вот, да. И вот где-то здесь и лежит. И вообще наглый ведь, смотри, не поднимается никак. Хоть на голову наступи, блин. Давай чай пить. Его уже снимает. Не, снимала, молодец. 2 часа съемок. Фу. Был бы хороший кадр, если бы ты добыл. Сейчас поднимет. Ну, сейчас-то, конечно, она, даже мы уйдем, она все равно поднимет. Она не вернется домой, пока не поднимет его. Это же... Все, ребята, будем пить чай. Вот в этом участке все натоптано, вот до того угла. Все натоптано зайцем. И там, главное, след плохо виден, потому что снег там зайца держит. А вот если бы он побежал, его бы снег не держал. Вот он и лежит до последнего, чтобы следы не оставлять. Он под такой какой-то этот, где нас хороший. Побежал тихоря. Выхода точно нет, ребята. Гонного, ну, не гонного, а даже спокойного выхода нету. Снег на поле зайца не держит. Мы полностью круг сделали. Дважды. Нету выхода. Давай, снимай ошейник. Молодец. Иди. Сейчас. Давай, снимай, чайка. Сейчас без ошейника сразу найдешь. Ошейник даже был уже вниз там. Да я видел, поправил. Хотел это, да. На, дай ей чуть-чуть. Молодец. Я жилетку одел, думал сегодня ходить не буду, чтобы не замерзнуть, блин, а тут как вместо собаки бегаю, блин.
Сейчас, иди, молодец, отдохни. Ну что, попытались 2,5 часика его найти. Не смогли. Сейчас уже чай попьем и сразу домой поедем. Охоту продолжать сегодня не будем. Заяц крепко лежит. Стопудово он нас слышит, он нас видит, но дергаться не хочет. Ушлый какой-то. Ну, а может, у него инфаркт случился, и он умер. Где-то ли храпит или лежит. Да. Собака все тут исходила. Трек вы уже видели в самом начале видео. Я его вставлял. Ну все, сейчас чай пьем и мы домой поедем, а чайка стопудово останется. Она будет сейчас еще тут его искать, крутить. Один нюанс. Вот по буранке он туда не мог уйти, который след ты затоптал. Ну там. Нет, там свежего утра у него не было. Не было. Ну там Джек за мной бежал вчера. Ну, собачий был. Был, а это... Да нет, чую я тоже, что он здесь где-то. Потому что я здесь, когда прошелся. Ну вообще свежайшие следы вообще. И видно даже чик-чик-чик. Маленькие такие шажочки делает, чтобы не тонуть. Лапу вот так пятиугольником расставляет. Все, всем спасибо, всем пока. Это был зайчик, неподъемный зайчик, невидимка. Ну, что, через 4 дня придем за ним опять погонять. Да, чайка? Ну что, не получилось. Второй раз мы с тобой ходим, не получается, да? Скажи.